Народ, всем здоров, и сегодня у меня на обзоре чухня из пятерки, творожные сырки за 20 рублей 40 грамм. Сегодня 13.04.21 года. Вот такое счастье. Производитель, кто у нас там? Массовая доля жира указан, надо же. Состав относительно натуральный, белок, углеводы. Жиры 22, творожная основа 23. Так они пусть решатся 22 или 23 грамма-то. Так, сырков. Изготовитель ООО сырков. Помню, что-то когда-то такие сырки были, так и назвали сырков. Упаковочка на обоих, заметьте, мятая в одном и том же месте. Это, наверное, нормально. Ладно, перейдем ко вкусу. Кстати, вот у них штрих такой вот. Упаковки делать, я не понимаю. Я хотел бы, конечно, сгущенки, но вот клубничный. Клубника роз, не знаю, что такое роз ГП. Хер знает, даже где сырков премиум нету. Сейчас скроем. Это не так и просто. Ух ты, понятно, что он розовый. Смотри. Мы клубнику закатали в шоколад. Первый вкус я клубничный йогурт. А не возьму. Это только сама шоколадка. Клубника внутри классная. Сам творог такой кисломолочный вкус ощущается. Короче, огонь. На 22 вкуснятина. На второй. Я же так и не показал, что тут внутри. Спасибо за просмотр и до новых.